В 2020 году Габриэль был замечен с моделью и актрисой Агустиной Гони. Пара была замечена целующейся в кафе и на прогулке. Сентября 2021 года они вместе посетили показ Дуарте во время недели моды Mercedes-Benz в Мадриде, Испания. Пара официально не подтверждала свои отношения. Аргентинская модель и актриса изучает журналистику и работает менеджером сообщества в университете. В интервью для Гала у Габриэля спросили про его личную жизнь. Актер сказал, что недавно отказался от токсичных отношений. И в ближайшее время он только сосредоточен на личном росте в актерской карьере. Но он находит время для знакомства с новыми людьми. Агустина после разрыва отношений с Габриэлем вступила в романтические отношения с музыкантом Кео.